столиков. Прекрасный КДВ. Иду туда. Вот оно, рай бьюти-болик. И на первом этаже, собственно, как предполагалось, огромная зона бьюти, где есть, в принципе, все, о чем только можно мечтать. Во-первых, я наконец-то нашла марку Charlotte Tilbury. Я уже точно знаю, что зависну здесь достаточно надолго, потому что, честно говоря, я не видела ее даже в Штатах. Ну как-то не получилось у меня ее обнаружить там. Charlotte Tilbury вот такие вот совершенно роскошные рождественские сеты. Но на самом деле не соблазниться на что-то просто невозможно, по-моему, какая-то обструкция. Вот этот вот набор точно попадает в мой виш-лист. Это все продукты, которые в этой коробочке. И, собственно, можно открывать и аккуратно там все это будет лежать. Сейчас, к сожалению, не смогу вам показать, но прям красота. Здесь вот у нас такая коллаборация из марки MAC и марки Tom Ford. Совершенно роскошный и нежно мной обожаемый. А еще здесь есть отдельный стенд марки Доктор Хаушка. Отдельный корнер. Что мне безумно приятно, потому что марка Доктор Хаушка, как вы знаете, немецкая. Какие-то марки здесь есть, о которых, честно говоря, даже я не знаю. Очень-очень круто. Что очень приятно, здесь очень хороший выбор средств по уходу за волосами. Даже есть моя любимая марка The OAE от Джен Аткин. И еще куча-куча всяких других. Очень прикольных историй. Сейчас здесь есть вся линейка по уходу за волосами от Balmain. Здесь, конечно, шикарный выбор нишевых ароматов. В том числе знаменитый Диптик, о котором недавно делала обзор Лена Крыгина. А, моя дермалогика. Вот они, свечи и ароматы от Диптик. Вообще, конечно, это такая красота, что залипаешь. Хочется под этим звездным небом находиться бесконечно. Очень много каких-то новых, даже для меня, марок. Вот они, мои любимые нишевые марки Rodial и Flom. Красота. И еще вот она, такая любимая всеми бьюти-голиками коллекция макияжа by Terry. Очень-очень красиво. Ну и, конечно же, марка Heifel и их роскошный корнер. Bobbi Brown. Куда же без него? Вот они, моно тени рождественские Bobbi Brown. Не знаю, есть ли они еще в Москве. Уже, вернее, в Москве, но в Берлине они уже есть. Вот он. Круг счастья делает. Ну и, конечно же, классика Urban Decay, Estée Lauder. Марка Lancôme, как всегда, делает совершенно потрясающее. А вот они, пудры от La Mer и тональные основы, которые все очень хвалят сейчас. Марка Aesop и ее средства по уходу за кожей и телом. Потрясающий набор от марки Bare Minerals. Еще такую вот интересную марку Капа. Честно говоря, я еще о ней не слышала. Если вы что-то знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень-очень интересно.
количество рождественской красоты прям-таки зашкаливает. Смотрите, какая красота. Невероятно. Идеальный вечер заканчивается бокальчиком идеального шампанского. Вот оно, идеальное завершение вечера. Не понимала людей, которые снимают еду, но не снять эту красоту невозможно. Это моцарелла ди буффало и апероль. Невероятное украшение зала. Очень-очень мило. И все, и ездят.